как Романов токсичный, как я это понял. Вот только я зашел к нему на страничку, как в первом же видео. А я еще даже не успел ничего ему сделать. Но после такого прям-таки захотелось написать какой-нибудь обидный коммент. Правда, потом перехотелось. Так, дети, сейчас мы с вами можем наблюдать первого в мире мужчину без... писюнчика. С ним шутки плохи, Ивлеева подтвердит. Сука, на меня голос повысился, я поставлю в треке, Карина Гросс на рэп-переписи. Сука, блядь. Чисто токсик. Отписка.